Полеты во сне и наяву. Снармин. Дорогие слушатели, добрый вечер. Сегодня в эфире «Радио 1» в программе «Полеты во сне наяву» Снармин. У нас в гостях архитектор, градостроитель, вице-президент Союза московских архитекторов Илья Заливухин. Добрый вечер. Добрый вечер. Всем, я думаю, интересно будет послушать... собственно, о том, с чем, вот как ни странно, как ни парадоксально, каждый из нас сталкивается, как бы, каждый день, в отличие, допустим, ну, от, скажем, от классической музыки, театра и кино, о котором, может, мы говорим чаще, да, чем о архитектуре и градостроительстве. То есть это то, из чего состоит наша жизнь, но при этом удивительно, что вопросы, вот эти проблемы архитектуры, они меньше в фокусе внимания. Я начать хочу вот с чего, может быть, с такой драматургии. Вот смотрите, вышла новая, каждый год это проводится, лаборатория Ольги Каштановской делает герои топ-100. То есть это то, о чем те имена, которые называют люди в качестве героев, причем там есть герои, антигерои, вот все регионы. И там есть статистика по профессиям. На первом месте политики, на втором, это типично для России, представители творческих профессий. Больше всего актеров, могу потом показать эту диаграмму, актеры, режиссеры, музыканты, композиторы, художники. Маленькая такая есть там прослоечка, ну, есть танцоры, модельеры, модели. Архитекторов нет. И в 100 точно нет, но мне кажется, и дальше, да? И вот я подумала, а вот как же так? Потому что вот, ну, какой-то там исторический период назад, эпоха, там, ну, я не знаю, Растрелли, допустим. Сегодня имена архитекторов совсем не на слуху. Вот как вы это объясняете? Ой, вы знаете, это очень интересный вопрос, и это легко очень объяснить. Действительно, это произошло и намного, намного быстрее. То есть, в принципе, это было совсем недавно, когда еще архитекторы были на слуху. Это 50-е, 60-е годы. Но, к сожалению, если так коротко отвечать на этот вопрос, то, начиная с знаменитого закона о прекращении излишествах в архитектуре, Хрущев издал такой закон, и архитекторы до этого, они были, конечно, главными. Да? Кстати, вы знаете, почему от имя как расшифровывается архитектор? Скажите. Да? Вот архи — это главный. Да. А тектор, от слова тектоника, да, это строитель. Поэтому архитектор — это главный строитель. Это, да, издревле так было. Архитектор, конечно же, ну, сейчас генпроектировщик, человек, который отвечает вообще за весь замысел, человек, который видит, как это должно быть в конечном итоге. То есть человек, он должен, архитектор должен предвидеть это будущее, да, и он видит это будущее, как режиссер знает, каким должен быть фильм. Как говорил Тарковский, фильм у меня уже в голове, осталось его снять, да. Также архитектор, он должен видеть здание, например. Если он не видит здание, то, ну, бессмысленно, это не архитектор, он должен его представлять, у него должно быть очень хорошее воображение. И, соответственно, за этими людьми следует огромное количество строителей, финансирования, доверия, и в итоге, когда... А чаще всего раньше у архитекторов получалось, и сейчас во всем мире получается, и в нашей стране получается, потому что если ты архитектор, действительно большой, великий архитектор, то у тебя получается сделать проект, и все знают, что да, вот действительно это очень удобно, очень красиво, и все пользуются, и это действительно произведение, в общем-то, в каком-то виде искусства. Ну так вот, и так было всегда до 56-го года. Начиная с 60-х годов, конечно, архитекторы были, но они уже были подчинены строителям, понимаете? То есть они уже, главный был строитель. И строитель всегда говорил, что нужно делать, как нужно делать, что мы будем экономить и так далее. Потом был застой, потом наступил там период, значит, перестройки, потом период первоначального накопления капитала, когда главным стал тот, кто платит деньги, и архитектор стал в таком подневольном положении, и ему платили, говорили, ну не хочешь, будет делать другой, а я хочу вот классический замок, и там еще что-то, да, вот такой вот офис и так далее, и так далее. И сейчас постепенно только это начинает возвращаться, то есть мы все работаем, архитекторы в том числе, над тем, чтобы отстаивать свою профессию, чтобы стать опять теми людьми, которые понимают и знают, что нужно делать. Ну, конечно, тут очень важен еще тот уровень доверия и тот опыт, который, собственно, то, что мы делаем. То есть все проекты должны быть все-таки качественные. Тогда ты можешь сказать, что да, вот посмотрите,
уже есть на что опереться. Нет, но и потом, наверное, тогда в результате получается то, чем все недовольны, когда потом говорят, боже мой, какой ужас. Как... Ну, вот у меня, например, честно говоря, сердце крови обливается, особенно, ну, может быть, в столице это не так. Вот в Крыму, например, да, чудесный вид, там, историческое место, и вдруг бабах посерединке, это жуткая вот эта свечка, башня. То есть вот, честно говоря, убило бы, да, думаю, до какой степени вот это решение же кем-то было принято, вот кто это построил, то есть, ну, условно. Это вот та проблема, которая в связи с тем, что... Или это градостроительная проблема? Это все-таки разница? Градостроительная проблема, потому что все-таки, что касается здания, здесь архитектор, да? Да. Что касается города, здесь градостроитель, не только градостроитель, здесь целая группа людей, здесь экономисты, экологи, и транспортники, то есть очень много людей, которые... То есть экологи взаимодействуют с архитекторами? С архитекторами, да, с градостроителями. Все они вместе, в том числе и жители города, владельцы участков в городе, должны определить стратегию развития своего города. И определить те виды, которые ни в коем случае нельзя, например, менять. Я не скажу портить, потому что есть определенные города, например, Монте-Карло на берегу моря, которые совершенно тоже выглядят, там очень много свечек, и они стоят так близко друг к другу, что воспринимается как бы единой такой формацией, да, вот. А есть города, которые действительно ценен вот этот вот вид, вот эти горизонтальные пейзажи, и там любое такое вмешательство, оно, конечно, будет, ну, как бы навсегда изменит облик этого места. То есть, понимаете, то есть каждый город, как и каждый архитектурный проект, это, ну, уникальный, как уникален каждый человек. Кому-то хорошо одно, кому-то другое. И здесь, в общем-то, и общество, и специалисты, и администрация городов должна решать, как должен быть выглядеть тот или другой город. Не бывает таких одинаковых решений. Бывает технология, но стандартов для городов не бывает, потому что везде очень разные ситуации. Да? У нас все время пытаются, кстати, начиная с тех же 60-х годов, сделать общий стандарт, все одинаково причесать, все одинаково сделать. Да, потому что, ну, главное, это строитель до сих пор, или девелопер, или, я не знаю, власть. Ну, кто-то все время главный. А, кстати, раньше в Советском Союзе администрация городов или власть, она все-таки была таким очень хорошим топ-менеджером, которая находила хороших специалистов и позволяла им делать те или другие проекты. Сейчас очень часто власть просто принимает сама решение, говорит, вот будет так, я так считаю. А, то есть, ну, условно говоря, кто во главе концепции, да, то есть решение принимает. И потом, считайте, давайте слушателям все-таки объясним вот это вот элементарно просто вот по энциклопедическому словарю разницу между архитектором и градостроителем. Я думаю, не все понимают. Да. А еще есть такое модное слово «урбанист». Это вообще уже никто не понимает, что это. Ну, смотрите, есть три классических, да, таких понимания профессии. Это ландшафтный архитектор, это архитектор, который занимается природой, парками. Есть архитектор и есть градостроитель. Вот три таких основные позиции. Значит, ландшафтный архитектор, понятно, он занимается парками. Это, кстати, отдельная профессия, очень близкая к архитектуре. И, ну, например, сейчас вы можете увидеть работу ландшафтных архитекторов. Это не дендрологи. Да, надо понимать, это архитекторы, которые работают с ландшафтом. Например, был сделан такой парк Зарядье в Москве. Вот этот парк был сделан именно командой различных специалистов, но в основе там были архитекторы, которые работают с ландшафтом. Там были здания, но основа это ландшафтная архитектура. Дальше есть архитекторы, которые работают со зданиями. Зданий тоже очень много различных функций, там специалистов, конструкторы, инженеры и так далее. Архитектор тоже в здании проектирует пространство и как люди живут в здании. Вот мы сейчас с вами находимся в этом прекрасном доме правительства Московской области. И здесь вот это пространство, оно внутреннее, оно спроектировано вот этот атриум архитектором. Да. И, соответственно, есть градостроители. Это уже команда тоже людей, которые, ну, у которых есть лидер в каждой команде. Как в архитектуре, архитектор не один делает здание, также градостроитель не один делает здание, но проектируется уже среда, проектируется уже город, где здание — это отдельные его элементы. То есть, в принципе, градостроитель проектирует, ну, скажем так, инфраструктуру, каркасы, связи, общественные пространства, как они должны быть устроены, какое у них будет наполнение. Не конкретно, как они выглядят, но где они нужны, где какой транспорт, где какая плотность
зданий, где какие функции нормируются, да? Ну вот, например, проектируется улица, и она проектируется главной. Соответственно, первые этажи в этой улице будут два уровня должны быть общественными. Они закладываются в проект. Дальше приходят девелоперы с архитекторами и говорят, мне нужен вот этот участок на этой улице. Мы говорим, да, пожалуйста, платите нам налоги в казну, берите этот участок, стройте. Mm-hmm. Вот, но у вас обязательно два уровня должно быть магазинов. Потому что мы считаем, что эта улица должна быть активная. А, например, высота у вас не ограничена, делайте дальше, что хотите. Либо высота у вас ограничена. Но все ограничения, они наносят, ну, скажем, определенный... влияют каким-то образом на экономику. Поэтому в каждой проектной команде должен быть экономист, который считает, какие... То есть это очень многофакторный, такой сложный процесс. Сложнее, кстати, чем архитектура. Вот. Но поэтому очень интересный, потому что если... плохой архитектор, это еще как-то может в городе ужиться, его здание. Но если плохой градостроитель и плохой градостроительный проект, то это спасти будет очень сложно, и огромные деньги будут потрачены, и много людей будут от этого страдать. То есть это очень-очень ответственная, скажем так, профессия. Вы, когда вы в роли градостроителя, потому что вы, я так понимаю, две ипостаси все-таки в себе, да, несете, у вас бывают ситуации, допустим, конфликты с архитектором, и вас внутри не спорит архитектор, который, ну, скажем так, более, наверное, независим, свободен в своих решениях, и градостроитель, который говорит, это все красиво, но не годится? Нет, вы знаете, ну, к сожалению, у нас сейчас профессия градостроителя только-только начинает восстанавливаться, и она была, но опять же закончилась где-то в 56-м году, когда... Не пугайте нас, и что все это было все это время? Знаете, все это время, как и архитектор был под игом строителя, также и градостроительство, это была такая привязка типовых районов, новых районов. Считалось, что если человек не удался в архитектуре, он шел в градостроительство и там занимался, значит, привязкой типовых домов. И потом была, как в «Иронии судьбы», или с «Легким паром», а потом паром, все да? было одинаково, да? Да? Да, да. А на самом деле вся эта такое массовое строительство, которое идет у нас из Советского Союза, когда был один застройщик, и он строил очень много домов. Соответственно, сейчас весь мир от этого давно уже, ну, у них и не было такого массового строительства. Было, но не в таком количестве. Все, конечно же, ушли от строительства новых районов, никто новых городов не строит сейчас. И все занимаются реорганизацией, созданием условий для реорганизации существующей территории города, чтобы выгодно было тем людям, которые владеют уже зданиями в городе, которые живут в городе, чтобы эффективнее тратились бюджетные средства, ну, на тот же транспорт. Представляете, то есть создать новый город, это, как мы помним, не только построить дома, потому что градостроитель не строит дома. Это в первую очередь создать социальную, транспортную, инженерную инфраструктуру. То есть сделать туда дороги, сделать туда общественный транспорт, подвести туда все сети, инженерные сооружения, сделать там театры, не только школы, детские сады, как основа социальной инфраструктуры, но и те вещи, которые невозможно сделать просто так. Это какие-то оперные театры, балетные и так далее, студии. То есть, ну, все это не так просто, поэтому... Собственно, и модернизируются и развиваются существующие города за счет территорий, которые где-то некачественно развиты до сих пор у нас. Очень много заброшенных промтерриторий и так далее. Во всем мире тоже так и было. Они прошли через этот этап. И мы сейчас еле-еле пытаемся встать на этот путь развития. Еще мы не ушли от того наследия Советского Союза. Вот есть хорошее наследие, а есть плохое. Это строительство массового, как бы сейчас считается, дешевого жилья. Но только никто не считает, что как дальше надо будет за ним его обслуживать и как это все поведет себя через 20, 30, 40 лет. А градостроитель, горизонт планирования, ну уж больше 25 лет должен быть. Иначе это не градостроитель. Напоминаю, что сегодня в программе «Полеты во сне» наяву с Нармин на Радио 1 у нас в гостях архитектор, градостроитель, вице-президент Союза московских архитекторов Илья Заливухин. Я услышала очень, мне кажется, интересный и важный момент. Вот вы сказали, что есть, в общем, такая принципиальная разница между вот этой политикой градостроительной в России, ну, понятно, что то, что мы получили в наследство еще от СССР, и европейской, общемировой, что нет застройщика, который строит
Но вот в больших городах, я понимаю, что, ну, нельзя сравнивать Париж и Рим, да, не обсуждается, но, например, вот страны третьего мира, там, я не знаю, Бразилия, Мексика, но там же тоже вот эти огромнейшие мегаполисы и тоже, на мой взгляд, коробки, вот, по крайней мере, то, что я видела. Смотрите, скажем так, этих ошибок не избежал никто, то есть расползание города вширь, и там Мехико, например, да, говорят. Что там совершенно невозможно, летишь, он все не кончается, и сейчас с этой проблемой все начинают бороться, да, то есть никто не говорит, что это хорошо. Нет ни одного города в мире, кто бы говорил о том, что вот, смотрите, мы расползлись на много-много километров, и нам всем здесь очень комфортно. Угу. Такого нету, потому что, собственно, все приходят к пониманию того, что город должен быть организован более компактно, у города должны быть разные центры, да, не обязательно один центр, но у него должна быть плотность меняться от того, где люди живут, и структура города в центре города, и уменьшаться к периферии. Потому что, ну, скажем, если брать Москву с Московской областью ближайшую как единую агломерацию, то есть очень много центров. Ну, например, центр Красногорска, да, где-то около транспортных узлов тоже продумано, может быть, более плотным. Соответственно, потому что там транспорт, там люди могут не пользоваться автомобилями, а пользоваться электричкой городской, автобусами и так далее. А к периферии, конечно же, плотность должна падать, и там коттеджи, таунхаузы. То есть, ну, вот, да, то есть, соответственно, разная структура города. И поэтому вот это вот расползание, да, и, собственно, за счет чего это происходит? В центре города, где уже много-много владельцев территории, владельцев участков, в том числе и жители, которые живут в своих приватизированных, не знаю, пятиэтажных домах, они на самом деле тоже должны быть владельцами определенного участка в центре города. То есть нужно еще сделать перемежевание всех территории для того, чтобы вот владельцы квартир в пятиэтажке владели не только территорией под соколью своего дома, но еще и определенным таким кварталом. Вот когда они будут им владеть, за него платить, за него ухаживать и так далее, может быть, со временем они снесут свою пятиэтажку, которая сама развалится, да? Это их пятиэтажка, понимаете? Это их автомобиль. То есть государство не должно им покупать другой автомобиль или все, эта пятиэтажка сломалась, дайте мне другую, да? То есть, но у них должно быть право на этой земле построить что-то. Они могут взять кредит, не знаю, построить себе там новый дом выше, половину продать. То есть это не девелопер делает, а делают они, владельцы земли. Владельцы, но это вы сейчас теоретически рассуждаете. Ну, я, понимаете, рассуждаю так, как сделала вся Восточная Европа, потому что мы, собственно, не являемся каким-то, да, единственной страной, которая перешла от всего общего права, да, к частному. То есть вся Восточная Европа пошла по этому пути. Но просто это нужно сделать. У нас до сих пор вся территория, она в микрорайонах, да, вот в этих постсоветских, она как бы непонятно кому принадлежит. То есть она как бы принадлежит городу. Да. А раз она принадлежит городу, то значит такого понятия, как твой двор, за который ты сам платишь, отвечаешь и можешь в случае чего там построить какое-либо здание, отсутствует. То есть ты ничего не можешь сделать. Но город, если он будет, например, как-то недобросовестно, как раньше было, точечная застройка, приходила на месте детской площадки, которая принадлежит как бы городу, а не жильцам, строил какую-нибудь свечку. Знаете, то есть градостроительство — это еще в основном вопросы права, юридические вопросы, вопросы земли. Вот поэтому здесь все это очень-очень творчески. Я вот с самого начала хотел сказать, что при всем при этом, что здесь очень много сложностей, связанных с юридическими вопросами, экономическими вопросами, транспортными, экологическими. Но при этом еще, конечно, люди, которые занимаются, например, градостроительством, они должны обладать определенной фантазией, чтобы, ну, как-то представлять себе, иметь какую-то мечту. То есть представлять себе город как интерьер, как здание, как вообще какую-либо сценографию, да, реализованную потом в жизни, чтобы это постепенно все-таки реализовывалось. Потому что все те города, в которых мы живем, ну, например, красиво была сталинская эпоха, когда создавались такие проспекты и так далее, такой сталинский ампир. Вам нравится этот стиль? Это же тоже придумано кем-то. То есть это не просто так возникло.
Ну, вы знаете, мне, конечно, определенным образом нравится этот стиль. Мне тоже. Я просто почему так спрашиваю? Потому что я несколько раз получала в ответ такой негатив, когда я говорила, что мне вот искренне нравится «Сталинский ампир», и мне говорили «фи», а я уже поэтому так осторожна, чтобы на специалиста. Но в этом, мне кажется, такая мощь, такая державность, и в России это очень подходит. Да, но не подходит нам маленькое вот это вот... Вы знаете, подходит, но тогда нужно все-таки, понимаете, вот именно та мощь, та державность, она достигалась определенными, конечно, ну просто даже если отбросить все остальное, что половина людей работала там в лагерях, обеспечивая, да, ой, даже если это все оставить, да, и вернуться к творчеству и к архитектуре, то там есть такой момент, что все это строилось тоже единым подрядчиком. То есть был Госстрой СССР, угу, и все эти красивые ансамбли, да, строились едиными, ну как бы, силами, да, что сейчас в современной экономике. Но, вы понимаете, вот просто заставить разных девелоперов строить одинаковые дома, ну, это тоже такой, ну, понимаете, это то, что не существует сейчас в природе, да, в мире. Да, но поэтому мире. Наша эпоха не оставит никакого стиля, поэтому мы ни одного архитектора не можем назвать. Не знаю, Гуанчжоу, например, да, сейчас китайский, или как выглядит Гонконг или Сингапур, это же не одинаковые дома, да? Вы понимаете, это просто другой стиль. Вот современная эпоха, да, 21 века. Ну вот Заху Хадид хоронили всем миром и знали, кто она такая, условно говоря. И этот стиль или Норман Фостер, может, нравится, не нравится, но это стиль архитекторов, да? Да. Вот, в том-то и дело, что архитекторы должны быть разные. И они должны быть классные, качественные, и они должны реализовываться, и это здорово. Это как актеры, да, вот разные актеры. Но при этом город... То есть сценарий фильма, не обязательно все актеры должны быть одинаковыми. То есть Фостер должен отличаться от Захи Хадид, да, или от любого другого архитектора. И также в городе, то есть и по высоте, и по своим материалам. Не надо всех загонять в единый стандарт. Говорить, вот у нас будут такие вот белые с желтым фасады. Или не больше высоты 9 этажей. Так, про высотность. Да. А вы не согласны с никого? Нет, но по Московской области, например, мораторий на высотность — это же верное решение. А, мы смотря же понимаем, где. Почему. Давайте, да, обсудим, да. Нет, ну абсолютно спокойно можно сказать, что опять же, смотря где, изначально, как только этот мораторий был введен, я сказал, что это абсолютно верное решение. Потому что сейчас надо подумать, да, а где строить. Потому, да, что не строить вообще не получилось. И это как бы не получилось бы нигде, никогда, ни у кого. Потому что вообще, если людям вы посмотрите жить, на весь мир, города сейчас, как наиболее эффективные, интересные с точки зрения жизни и так далее, растут по всему миру. То есть не только у нас в стране растет Москва и Московская область, а растет, в принципе, все города. Это нормально. Люди стали, это просто геометрическая прогрессия. Люди настроены отделяться, то есть семьи, как бы вот в этом есть какой-то еще идеологический люди перестают так или иначе подтекст жить на земле, потому что эффективнее, экономичнее, с социальной точки зрения интереснее жить в городе. Да. Экологичнее даже. И потому этом, что у вас очень много природы сохраняется вокруг. Когда вы урбанизируете всю территорию, то у вас не остается природы. У вас становится все такое серенькое, да, такое, да, одинаковое. Да, да, да. Вы выезжаете в Московскую область, и город не кончается, и не кончается, и, да, не кончается. Да. Все время, да, какие-то многоэтажки, типа новые города. Да. Вот. На самом деле нет, то есть это не работает. Да? То есть должны быть четкое зонирование, то есть понимание того, где есть плотность, там, до 50 этажей, пожалуйста, там, выше даже. Я бы никогда не смогла жить. Пожалуйста, живите в своем доме на земле, но не рядом с железнодорожной станцией. Ну, имейте машину, да, имейте определенный доход, чтобы содержать дом, живите в своем доме, у вас будет 3 парковочных места на семью или даже 4, да, если вы там себе раздвинете на участке, да, место. Угу. И, соответственно, вы будете автомобилеориентированный, человеком, живущим в автомобилеориентированной застройке. А есть, да, застройка, ориентированная на общественный транспорт. Вы ни в какую среднюю застройку, идущую от Советского Союза, не засунете все равно необходимое количество машин и мест. То есть, да, там вот эта вот средняя этажность 12-14 этажей, это совершенно адская этажность, которая все равно, если она поставлена в поле, требует огромное количество автомобилей, которые потом просто все стоят в пробках. То есть не проще ли жить тогда в каких-то таких, ну вот как в Китае или в других городах, в Гаге. Вы проезжаете мимо около станции в Гаге, mm-hmm, сейчас стоят 50-этажные жилые дома.
Например. Ага. Я уж там не говорю про Лондон. То есть и про люди другой. Без машин. То есть люди без машин живут в городе, в своем, в своей квартире, с видом. У них солнце, вид, вид на весь город. Они спускаются, попадают сразу же. Вот у них рядом метро или трамвай, или очень развитый общественный транспорт. Идут гулять в парке, который у них здесь же под боком и так далее. То есть сами люди, они не создают проблем, наоборот, они генерируют какую-то активность, все начинают продавать, покупать, какая-то там жизнь начинает кипеть и так далее. Угу. А хочешь жить спокойно, купи себе коттедж или таунхаус. Более старшем возрасте, кстати, очень много арендного жилья, жилье, которое принадлежит в том числе и государству. Вообще, это тоже интересная вещь, то есть так называемый social housing, это публичное государственное жилье, которое нельзя купить. Его строит город, и владеет им город, и дает ее, это жилье, тем, кому считает нужным, соответственно, там, студентам и так далее. Поэтому эти студенты не живут там где-то, непонятно где, за МКАДом вообще, далеко от городов, в поле. И потом ездят на работу. Да, а живут в центре города. Понимаете? У нас вообще перевернутая градостроительная политика, если уж так в двух словах. Так, не будем мы середину программы на грустной ноте. Я просто говорю о том, что это во сне и наяву. То есть, понимаете, об этом надо мечтать. Надо мечтать о том, чтобы поменять эту градостроительную политику. Нужно мечтать совершенно о других городах. И постепенно, вот даже я на своем опыте, мы меняем, мечтаем и меняем Нарфоминск. Мечтаем и меняем Обнинск, хоть это не в Московской области. Намечтали немножко в Екатеринбурге стратегию компактного города. В Москве очень много я мечтаю и стараюсь сделать. Про регионы. Значит, у вас как раз вот этот уникальный опыт работы и в столице, и не в столице, в области, и в разных регионах. Вот по-разному происходит вот этот процесс, может быть, переориентирования градостроительной политики, вообще расширения горизонтов и внимания к архитектуре, что в плюс, что в минус? Ну, действительно, очень много зависит от администрации города, администрации района, администрации области. И надо сказать, что сейчас непростая ситуация вообще, ну, как бы в экономике, да, и нужно как-то очень эффективно расходовать бюджетные средства, мне кажется, да, так. И, соответственно, в регионах, например, намного проще работать, потому что там нету лишних денег совсем. И поэтому не возникает каких-то желаний сделать что-то абсолютно никому не нужное, потому что так показалось, что будет хорошо кому-то. Вот, поэтому все решения взвешиваются очень внимательно. И, соответственно, если уж они принимаются, то бюджет там никакого нету на это, поэтому находятся инвестиции. То есть все это работает, как и во всем мире, как где нету какого-то нефтегазового комплекса в городах, там, не знаю, Словакии какой-нибудь, да, вот, которая вынуждена, собственно, придумывать, как выживать вот в таких условиях, развивать туризм, действительно, да. И не просто так говорить, мы развиваем туризм, а действительно понимать, на что вообще люди могут реагировать, что им будет интересно и так далее. Ну и как-то использовать энергию инвесторов, энергию девелоперов, которые у нас еще остались, и я надеюсь, не переведутся, и которые хотят как-то поменять своими усилиями, своим опытом город. Сделать что-то на небольших участках, чтобы продавалось, чтобы потом деньги вложить тоже частично в тот же город, чтобы заплатить налоги в том же городе и чтобы сделать какие-то интересные архитектурные здания в городе. То есть, понимаете, вот мы так чуть в последнее время немножко девелоперов как бы так всех ругаем, да, они какие-то все такие плохие, вот все это портят. На самом деле, ну просто они не знают тоже сами, наверное, и власть им где-то, ну, где-то им говорят, вот здесь строй, а вот здесь не строй. И поэтому, собственно, у нас какая-то сейчас такая некая небольшая путаница появилась. И... То есть отсутствует вот проблемы с экспертной оценкой, с экспертным мнением? Ну, вообще, я считаю, вот на мой взгляд, это очевидно, это проблема в том, что у нас нету стратегии пространственного развития каждого города, то есть такого мастер-плана, проекта. Ну, не знаю, вот когда вы делаете дом, да? Ну, любой, даже ну, себе небольшой дом, у вас всегда работают люди, и там, предположим, разработан проект. Да. И вы этот проект обсуждаете, говорите, вот я хочу такую спальню, такой гараж, вот, или у меня конюшня, или у меня то-то, или я не знаю, у меня столько-то детей еще, бабушки, дедушки, вот что я вообще хочу. То же самое с городом, то есть и у меня вот такие-то средства, вот у меня экономика,
вот такие ограничения, вот соседи говорят, не выше или поселок говорит, не выше там 3 этажей. Да. Поэтому я не могу построить башню. Ну, то есть то же самое у города должен быть, у каждого здания должен быть свой проект. У каждого человека должна быть своя стратегия, что он хочет по жизни. И у каждого города должна быть своя стратегия. Вот что, как бы, как город развивается, да? Потому что не надо путать это с генеральными планами городов. Это такая советская терминология, но мы можем, я могу в двух словах объяснить. Да. Это очень просто. Есть стратегия пространственного развития города, мастер-план города, некий эскизный проект города, который делается группой людей, в том числе и представители общественности, и инициируется властью, и разрабатывается вот такая стратегия. После этого, когда эта стратегия принимается, она не так дорого стоит, но она очень важна для города ее разработать. Эскизный проект города. А после этого делится на 2 таких важных момента. Это генеральный план и правила землепользования и застройки. Но чтобы сейчас в этой программе вас сильно не мучить, но генеральный план — это те обязательства, которые наберет на себя город и экономика. То есть я делаю дороги, я делаю школы, я делаю инженерные сети, то-то, пятое-десятое. То есть генеральный план, да? То есть делает генеральный план. Кто? Город. А правила землепользования и застройки – это то, чего собственники земли на своем участке могут построить. Какие у них регламенты, какие у них ограничения. Да. Ну тут, например, и экология там, в том числе. Да. Либо у них написано вообще никаких регламентов, делай, что хочешь. Такое, кстати, бывает. Либо у них написано, вот тебе тут такая вот, ну, обычно красная линия или 2 этажа общественных функций, или вообще функциональное некое ограничение даже иногда накладывается, да. Но дальше девелопер или там владелец участка делает что-то на своем участке, что соответствует его бизнесу, его порыву. Он идет, берет кредит, что-то делает, развивается. Начинается средний бизнес и так далее, платит потом налоги в город. И вот так это работает. То есть вот каждому городу изначально, для того, чтобы все это потом работало нормально, нужна стратегия. Вот у нас сейчас таких стратегий нет. Мы сделали пока только одну для города Наро-Фоминска. Ну, так уже же хорошо. Уже хорошо, нет, я не говорю. Нет, но это же, получается, что это же возможно в маленьком городе. Мы же не можем для Санкт-Петербурга стратегию. Можем. Можем, есть стратегия Лондона, есть стратегия Сан-Паула, есть стратегия Берлина, есть это не бумажки написаны, это схемы. За этим лежит жизнь, общение с девелоперами, с людьми, с транспортниками. То есть такой огромный город с огромнейшей историей, запросто, с тем, что там... Запросто. Да? Но любой город должен иметь свою стратегию. Любая агломерация даже должна иметь свою стратегию. Ага. Любая... Ну, в общем, это... ну, а как вам кажется, все-таки Санкт-Петербург же в более выгодном положении, чем Москва. Он же действительно, ну, как нам, может быть, кажется, что мы приезжаем и видим эту красоту, и кажется, что он вроде нетронутый. Санкт-Петербург был действительно когда-то сделан по единой стратегии, и она действительно, ну, когда вот, это, когда была это реализована. Когда? Ну, когда Петр I делал это в 1700-х годах. Да? Вот, потом были генеральные планы уже в Советском Союзе, но у них были определенные, заложенные такие... ну, скажем, решения, которые соответствовали тому времени, но сейчас из-за этого есть, ну, в общем, можно сказать, даже определенные возможности. Сейчас это проблема, например, серый пояс Санкт-Петербурга. То есть есть между спальными районами на юге Санкт-Петербурга и центром города есть огромная территория, 5 километров шириной, 10 километров, значит, 5 километров вот так высотой, 10 километров шириной, на котором мы делали тоже конкурс, был разработан комитетом по государственной архитектуре. И вот с этой территорией надо что-то делать. Это серый пояс, так называемый. То есть там сейчас никто не живет, никакие предприятия не работают. То есть понятно, что если делать какие-то... А что там? А там ничего, пустота. Зона какая-то, сталкерская зона. Да, там сталкерская зона. Вот посмотрите просто на Яндекс.Карты. Вот вы когда приедете в следующий раз в Санкт-Петербург, поедете по Московскому проспекту и около там арки поверните направо, налево или куда-нибудь, посмотрите, там ничего нет. Там за красивыми сталинскими фасадами дальше там пустота, например. Интересно, как... Это вообще... Мы же это не видим, конечно. Мы же это не видим, но вот стратегии сейчас не расширение Санкт-Петербурга дальше, не создание новых районов, гетто там и так далее, новых спальных районов, а создание комплексного развития вот этого серых поясов каждых городов. Это очень важно, потому что производство обязательно нужно в наших городах, это никто не спорит, но производство должно быть в современном 21 веке, как во всем мире, должно быть в технопарках.
за кольцевой дорогой с другим уже количеством электричества, мощностями, транспортной логистикой. Mm-hmm. То есть уже в центре города не может там у реки стоять заводик и там что-то вредное mm-hmm. там себе копошить, да? То есть он должен быть вынесен за кольцевую дорогу, mm-hmm. и тоже все это по проекту должно быть размещено. Mm-hmm. А, например, вдоль... Ну вот мы, например, предлагали от Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга туда ниже, к Кировскому заводу, к этой северо-западной хорде, сделать такой пешеходный маршрут, открыть набережную Невы, которая переходит потом в реку Екатеринговку. То есть это вообще, это то место около Нарвской там, но там сейчас какие-то заводики остались. Mm-hmm. Ну да, они в чем-то военные, но, пожалуйста, для военных заводов надо сделать большой один военный завод на берегу. Да, 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 да. И не уж явно не там в историческом наследии делать mm-hmm. что-то там, да, mm-hmm. это mm-hmm. ну, можно куда-то перенести. То есть это и есть стратегия. Вот видите, я сейчас, ну, как бы набрасываю какие-то да. элементы стратегии, а там очень много можно чего интересно сделать, и главное, качественно. Потому что важно не просто делать, а делать это качественно. И, кстати, что касается вот еще социального дешевого жилья в собственность, это вообще вещь такая. Вот мы тоже по пути с вами 10-15 лет шли. Ну, в общем, вся страна так или иначе. Давайте мы сделаем очень много дешевого жилья. Люди хотят собственность, да? Потому что у них не было в Советском Союзе. И вот сейчас у них очень много в собственности дешевых вроде бы квартир на периферии района. Но mm-hmm. что они дальше будут с этим делать, совершенно непонятно. И во всем мире нет этого. Есть арендное государственное жилье и есть качественное жилье в собственность. Вообще владеть собственностью, но это еще один такой, представьте, пласт мы с вами сейчас пластами. Да, вроде да. у нас так. Да. Понимаете? И это вот все градостроительство. Все градостроительство. А мы еще не разобрались с термином урбанистика и урбанистика. А, это очень просто. Урбанистика — это как дизайн интерьера. То есть вот архитектор делает дом, да. а дизайнер интерьера — очень качественная тоже профессия. Очень, я тоже люблю делать и делал когда-то дизайн интерьера. Он делает дизайн интерьера. Есть звезды дизайна интерьера и так далее. Вот градостроитель, он делает город, угу. да? А урбанист, он делает благоустройство в городе. Но, понимаете, делать благоустройство в городе, то есть пока не сделан город и не разобраны какие-то принципиальные вопросы градостроителям, ну, как бы чревато тем, что потом придется это все переделать. Но mm-hmm. это то же самое дело, что дизайн интерьера в здании, у которого стены нету. Ну, да, обои да, наклеить, а их потом ветром сдует. Понимаете? Ну, а, бы. То есть урбанист — это все-таки более узкая такая специализация получается? Просто урбанист должен работать там, где уже сделаны принципиальные вещи градостроителям, где уже организован транспортный каркас, принято решение. То есть уже есть некая стратегия, и дальше mm-hmm. урбанисты начинают... Либо там, где уже абсолютно понятно. Что вот здесь вот будет театр, здесь кинотеатр, а здесь зоопарк. Да, а и вот эта вот дорога останется у нас скоростной дорогой, а эта дорога будет городской улицей. Mm-hmm. Понимаете, тоже вот важно, например. Важно то, что, ну, например, сейчас мы сделали с вами благоустройство Садового кольца, да? А сидеть на нем в кафе совершенно невозможно, потому что все равно проносится машина. Да. Я вам, как градостроитель, говорю, что Садовое кольцо нужно поставить везде. Пешеходные переходы, наземные зебры, светофоры. И вообще ограничить скорость движения до там, 50 км в час, чтобы Садовое кольцо не было вот этой вот гибридной, все равно транзитной магистралью, а скоростную дорогу увести на модернизированное третье транспортное кольцо. Потому что частично оно работает неправильно. Там третье транспортное кольцо утыкается в улицу Сущевский вал, и все встает. Потому что скоростная mm-hmm. дорога не может утыкаться в городскую улицу. То есть вот пока вот эти вопросы не решены, ну, можно заниматься урбанизмом, но mm-hmm. как бы так, с оглядкой то есть кафе на градостроительство. Нас построили, а в результате толку от них никакого, условно. Ну, просто, ну... или, например, тротуары есть большие, широкие, но по ним никто не ходит, не гуляет, потому конечно. Что там никто не живет вообще у нас в центре Москвы. Там живет 2% населения агломерации. Поэтому 2%? Да, поэтому, ну, там живет 200 тысяч человек, если считать, что агломерация у нас официально, Москва и ближайшее Подмосковье, 20 миллионов человек, то да. 200 тысяч — это 1% от населения. Вот, поэтому, и это градостроительная политика 70-х годов. Считалось, что надо вот жить, это, кстати, уже признана ошибка, в спальных районах, да. многоэтажных городах,
работать в центре. Угу. Ну, когда город был 8 миллионов, это одна история, сейчас он 12-13 миллионов официально, это другая история. И когда он будет дальше расти, ну, как бы так уже не работает. Мы не можем сделать всю территорию центра исторической запретной зоной, где не будут жить люди, а будут только туристы гулять, в том числе и москвичи, и жители агломерации, там тоже будут туристами. Да. Это как бы очень странно. Вообще должны быть у города жители. То есть вы считаете, что в центре надо жить? Да, надо, без машин желательно, потому что у вас есть рядом станция электрички, и эта электричка – это единый транспортный каркас скоростной агломерации, вы можете на ней доехать куда угодно, не только на вокзал. Но это надо, понимаете, то есть это все друг за другом следует. Нельзя сказать, вот давайте только вот это. То есть вы целые... не учитываете, прошу прощения, вы не учитываете менталитет, вы не учитываете такую простую вещь, что люди, проживающие в городе, это люди высокого социального уровня и достатка, и ни одна дама в очень дорогой обуви, в очень дорогой шубе вместе со своей подругой, собирающейся в театр, не поедет на электричке. Смотря на чем. Если мы считаем, что это... Нет, смотрите, если это как в Париже РЭР, РЭР, да? Есть метро, а есть РЭР. Да, да. Если это как в Барселоне, вот эти вот поезда, которые агломерационные... Менталитет другой. Не-не-не, не соглашусь. Менталитет везде одинаковый. В Китае, в России есть небольшие, конечно. Просто у нас настолько плохие электрички, и все это приводит на вокзалы, никуда не ведет и так далее, вот, что, конечно, это нужно делать все одновременно с развитием и модернизацией транспортной инфраструктуры. То есть невозможно действительно сделать город, который сидит, но на старой электричке, которая со всеми остановками идет на вокзал. Да, и вы там выходите вместе с теми, кто приехал вообще непонятно откуда. Нет, конечно же, это все нужно комплексно смотреть. Но технология развития города, не я ее придумал, она, понимаете, в учебниках написана опытом градостроительства во всем мире. И во всяком случае, когда я приезжаю в Гуанчжоу, например, да, я вижу, что за 10 лет они сделали просто вот с нуля то, о чем я уже 5 лет просто говорю, как бы каждый раз в своих разных передачах, лекциях, школе градостроительства и так далее. Вот, поэтому, ну, надо просто это делать, понимаете? То есть вот китайцы берут и делают. Ой, не знаю. Это было сделано в Испании, это было сделано во Франции. Это было, ну, во Франции, например, это было сделано в 60-х, 70-х годах. Мы просто отставим. У нас был генплан 71-го года Москвы и агломерации. К сожалению, потом в связи с застоем он не был реализован. Но вот надо хотя бы а на него посмотреть. Было? Ну, вот там была единая система электричек, которая не идет на вокзал, а проходит сквозь город, имея остановки. Ну, например, это вы садитесь в Красногорске и можете доехать до куда угодно, до Внуково или на ВДНХ, или, не знаю, в Домодедово, то есть, или в центр города даже. Вы можете доехать прямо на таком поезде, ну, как наземное метро, как МЦК. Но только это не по кольцу ходит, а ходит сквозь город с остановками. Вот такая система наземного метро. Ой, но я все равно не знаю, Константин Львович Эрнст, не представляю в метро, хоть вы меня убейте. Нет, ему не нужно. Ну, нет, окей. Но... Подождите, но есть все равно 30% людей, но их не так много, которые пусть ездят на автомобилях. Никто им не запретит. Потому что для них у нас тоже есть скоростные дороги, которые проходят мимо городских улиц. И это было в генплане 71-го года. Они проходят вдоль железных дорог. Ну, собственно, дублер сейчас вот частично они были реализованы в последние 30 лет. Потом они частично сейчас реализуются. Ну, тут же, например, дублер Кутузовского проспекта, да, который сейчас делается. Вот, пожалуйста, для Константина Львовича, да. Вот можно проехать, но надо приехать не в Сити и там выйти, да, а чтобы этот дублер Кутузовского проспекта гармонично вписывался в систему модернизированного третьего транспортного кольца, и вообще вы могли доехать по агломерации по скоростной дороге, как в Париже, как в Токио, как в Нью-Йорке. Должна быть единая система скоростных дорог, хайвеев в городе. Да, значит, возвращаемся к романтике, все-таки вопросы к архитектуре, значит, ну вот я как романтик, да, значит, я вот, вот все эти там архитектуры, застывшая музыка, все, бывает это состояние, там вообще почти синдром Стендаля, когда ты видишь, ну, у каждого свое, у кого-то Париж, у кого-то Флоренция, что вот архитектурное произведение тебя захватывает, как живопись, ты вот от этой красоты, гармонии просто вот, да, заходит в сердце. Почему все-таки современный период, то есть
вот архитектура, как мне кажется, даже вот это, ну, тут я, может быть, не показатель, потому что мне вот эти здания, условно говоря, модерн, я Фостера могу воспринимать там мозгом, интеллектом, но не сердцем, не душой, вот сразу говорю, да. А вот она вот эту функцию какой-то воплощенной гармонии и красоты, в общем, утратила, как мне кажется. Оставив ее в прошлых веках. Ну, действительно, современный мир, он отличается от того, что было там 100 лет назад. И другие, ну, даже, в общем, другие законы построения всего. То есть нету такого понятия, не знаю, ансамбль застройки, да, вообще сейчас. Потому что, как в японском натюрморте, японский ансамбль — это разные элементы. И вот гармоничное сочетание этих абсолютно разных элементов 21 века — это и есть ансамбль сегодняшнего дня. Это не выстроенные цвета определенным образом, а это может быть какая-то симфония цвета, потому что, ну, собственно, настолько бурное было развитие в 20 веке, mm-hmm. и сейчас оно продолжается, и что, конечно, архитектура тоже во всем мире, да, она очень сильно меняется, она следует за... Это, кстати, то, что было заложено 100 лет назад нашими архитекторами-конструктивистами, она следует не за формой, а за функцией. Угу. Понимаете? То есть это такая... Но обслуживает тогда, получается. Она обслуживает человеческую функцию, да, но в то же время в каких-то моментах делает жизнь человека легче, где-то лучше, и человек становится и добрее, ему комфортней. Он сам по себе внутренней гармонии достигает. И достигает внутренней гармонии. А потом все равно ездит во Флоренцию и восхищается Брюнеллески. Да, но это другое время. Это было другое время, и это должно оставаться. И вот в этой вот новой гармонии тоже, если это сделано, это просто следующий уровень сложности. Да? То есть вот сейчас, в наше время, ну, тоже такая мечта, да, достигать mm-hmm. определенной гармонии вот в том, что вообще сколько всего нужно между собой увязать, это, ну, определенное искусство. И, соответственно, если это получается, вот тогда тоже эти образцы смогут войти в историю, как, может быть, Флоренция или какие-то города. То есть не все же те исторические города, которые тогда создавались, где-то там с помоями на улице, где-то со своими сложностями и так далее, где-то с рабами вообще, где-то там с погибшими. Ну, то есть было очень много всего сложного, да, и вот оставалась вот эта красота. А сейчас у нас уровень жизни растет, смертность, я надеюсь, падает и будет падать, и люди, может быть, вообще скоро начнут жить вечно. И как, где они все будут жить, и как это, ну, медицина, понимаете, идет вперед семимильными шагами во всем мире и у нас. Соответственно, как вот это все будет происходить? То есть нужны какие-то новые принципы гармонии. Но, конечно, те базовые, они всегда с нами. Они всегда с нами в каких-то элементах, которые в каждом городе, ну, есть какие-то исторические части. И слава богу. И ни в коем случае нельзя ломать историческое или рушить наследие, потому что это тот потенциал, который уже никогда нельзя возобновить, да? Нельзя его построить, потому что там даже не реплика важна. Снес и по чертежам воссоздал. А, не знаю, душа этого здания, материал, с которым он построен, и все вот это вот. Нельзя снести гостиницу «Москва» и построить точно такую же, и сказать, вот как бы, что вы хотите, ну, такая же гостиница. Нет, это другая гостиница, как убить человека и сделать робота, и сказать, ну вот он же похож, или там клон, да? Клонировать человека. Да, вот клонировать все-таки не нужно. Нужно сохранять людей, сохранять здания и создавать новые, рядом с ним современные. И тогда это будет следующий этап. Будет и современная архитектура, и старая архитектура, и реновация существующей старой архитектуры. Ведь вот во всем мире очень много вот этих всех заброшенных фабрик, заводов в свое время привели в совершенно другой вид. А у нас по городам Москвы, по Москве, по Московской области, по всей стране очень много таких вот старых фабрик, в которых можно жить. Но у нас нормы не позволяют. Как же это, жить в фабрике вообще? Это как это? Лофт. Кто позволил? Лофт, да. Но это уже апартаменты, к ним другие требования. Да, видите, да. То есть у нас все наши нормативы заточены на строительный комплекс 60-х годов прошлого века. Просто чтобы всем было понятно. Все это 55 лет назад были созданы эти нормативы, по которым Минстрой должен был строить с госстроем, собственно, привязывать типовые решения домов. А сейчас все изменилось. То есть
давайте откроем себя, мир к нам и себя к миру. Благо, есть такие замечательные молодые специалисты, как вы. Мы завершаем очень коротко. Все-таки я хотела бы, чтобы вы сказали о выставке «Зодчество», которая на этой неделе открывается, и вашем участии. Что там будет? Да, в «Гостином дворе» ежегодная выставка международная «Зодчество», которая проходит в этом году в Москве, в «Гостином дворе», с 5 по 7 октября. И там будет много разных и кураторских проектов, интересных, связанных с городом, в том числе и мой кураторский проект, называется так очень, конечно, «Москва высотная», но, собственно, идея была в том, чтобы рассмотреть возможность жить в центре, жить на Садовом кольце, жить ближе к тем благам, которые несет в себя центр. Ну и в то же время это применимо ко всем остальным городам. Жить в центре Красногорска, жить, да, в центре Перми, жить в центре Екатеринбурга, жить в центре Санкт-Петербурга, хотя там, кстати, единственный город, который живой. Вот он, почему у него такой центр живой? Потому что там эти живут коммуналки, люди, они дают возможность, там люди ходят с колясками, что-то происходит на каждой улице. Вот это единственный Михаил город, Сергеевич, в котором... Боярский гуляет с внуком прямо на мойке. Вот, да, понимаете? И это вот... Но это было сделано давно и работает. И нам сейчас нужно сделать что-то с нашими городами, чтобы все осталось так удобно, но при этом люди могли жить в центре. Да, значит, кстати, вот слово само «зодчество», вы сказали «зодчий», тоже практически ушло из обихода, да? Вот «зодчий», да? Не, не используемый. Ушло, ушло я из же обихода, не представляю, но... вас как «зодчего», хотелось бы. Вы знаете, ну, оно ушло, но, может быть, вернется. Ну, слово ушло, но смысл остался. Остался. Давайте как бы думать о смыслах, а не о словах. Будем... Последний работать. Традиционный для названия программы вопрос. Что дает вам чувство полета? Чувство полета? Вы знаете, я вообще давно об этом думал, что я и занимаюсь градостроительством, потому что я вижу города сверху. Я не знаю, с чем это связано, летал во сне или как-то в себе. Но я очень хорошо представляю. Вот, знаете, должно у градостроителя быть развито чувство восприятия сверху, чувство полета. Поэтому для градостроителя чувство полета – это, наверное, основное. Спасибо. Сегодня в программе «Полеты во сне» наяву с Нармин на Радио 1 у нас в гостях был архитектор, градостроитель, вице-президент Союза московских архитекторов Илья Заливухин. «Полеты во сне и наяву» с Нармином.